Вот такой вариант. Квартиру в Анапе. Второй этаж. Тут такой свой вход. Кухня. Столик. Посуда. Все в наличии. Вода горячая. Интернет, Wi-Fi. Санузел. Стиральная машинка. Душ. Ремонт достойный. Тут шкафчик для одежды. Кондиционер. Телевизор плоский. Ну, шкафчик для всякой мелочевки. Спальное место. Можно сказать, еще одно спальное раздвигается. И тут еще такая комната, как лоджия, застекленная. Тут еще на одного человека. Море 10 минут пешком. Рядом. Самый центр Анапы, улица Ленина. С пересечением Крымской. Вот такая вот квартирка. Второй этаж. Невысоко, удобно. Ничего лишнего, как говорится. Все есть.